здравствуйте. В ближайшие несколько минут мы посвятим обзору свежих пресс. Вашему вниманию самые актуальные материалы ведущих изданий. Спонсор выпуска – коммерческий банк, Московское ипотечное агентство ОАО. Каждый день отличные новости о выгодных ипотечных кредитах. Выбирайте, покупайте и живите счастливо. Гены самых опасных преступников страны возьмут на особый учет. Полиция занесет свои базы ДНК каждого нарушителя закона. Повторяю, вы убийцы, разбойники и насильники не уйдут от расплаты, если когда-нибудь начнут повторить грехи. Российская газета публикует постановление правительства, которое будет порядок обязательной геномной регистрации преступников. Российская автомобильная промышленность за первые 9 месяцев этого года преуспела в выпуске легковушек. Конвейеры сошло на 54% больше, чем в прошлом году. Кроме того, Россия находится на втором месте по автопродажам в Европе. Сколько денег наши соотечественники потратили на машины, читайте в труде. Генпрокуратура ищет сауны в школах и гастарбайтеров в детских садах. Проверить целевое использование зданий всех учебных заведений поручил глава надзорного ведомства Юрий Чайка. За последние месяцы стали известны несколько подобных случаев, что не только нарушает закон, но и угрожает здоровью детей. И он продолжает известие. Первый лиц Украины живет в Донецке и решит из Канадетовой Турции. Это ее практически не увидеть по телевизору и уж тем более не встретить на светских тусовках. А еще она никогда не общается с прессой. Впервые за много лет Людмила Янукович согласилась дать интервью «Комсомольской правде», о чем рассказала супруга президента за чашкой чая. Читайте в свежем выпуске. Вот уже несколько месяцев длится скандал, связанный с массовой заболеваемостью солдат Воронежской области. Правоохранители говорят о ставке атак курсантов, ухватившихся пневмонии и ОРВИ. Самые главные спортивные события в большом еженедельном